Интернет-источники рассказали сегодня об обысках в рабочих кабинетах сити-менеджера Канаша Родиона Мясникова и его заместителя по финансам Иосифа Яковлева. Их провели оперативники УФСБ по Чувашии. После обысков оперативники предложили Мясникову и Яковлеву проследовать за ними, сообщает информационно-дискуссионный портал «Кор.РФ». В пресс-службе УФСБ по Чувашии информацию об аресте не опровергли, но комментарии об обысках и чуть ли не задержании сити-менеджера города Канаша и его заместителя по экономическому развитию и финансам давать отказались. По данным источников, причиной проведенных горадминистрации Канаша мероприятий явились подозрения в причастности чиновников к неким финансово-криминальным событиям.